Пришел мужик к доктору и говорит: «Доктор, что-то жена ко мне остыла, холодная, как селедка, не знаю, что с этим делать». «Доктор: да не переживайте, есть тут у меня одни таблеточки, но предупреждаю сразу, по одной таблетке один раз в день в чай или в кофе добавляйте, и все, вы поняли меня, не больше». «Да, доктор, я понял». Дал он ему, значит, этих таблеток. Мужик прибегает домой. Садятся они с женой кофе пить. Жена только отлучилась. Мужик берет эти таблетки, а у самого руки трясутся. Бац! И две таблетки ей кину. А сам понимает, что одну таблетку не больше. Вынимает так ложечкой. Выкинуть-то жалко. Ну и бросил себе в бокал. Пьют они, значит, с женой кофе. Муж ждет реакции, смотрит на жену, уставился, бац, смотрит, у жены глазки-то округлились, щечки-то порозовели, она: «Ой, сейчас бы мужичка бы мне». Муж так сидит, думает: «Слава Богу, ох, реакция пошла». Потом бац, у мужика глазки тоже округлились и говорит: «И мне бы тоже».